Задача священника, как на исповеди, как на проповеди, как при встрече, в разговоре по телефону. Не просто рассказать человеку о историческом пути нашего православия, не просто раскрыть глубину Ветхого и Нового Завета. Это не способен сделать ни один священник. Человек, который приходит в храм сегодня, он приносит свою нужду. Он с чем-то приходит. У кого-то что-то случилось. У кого-то радость, у кого-то горе, у кого-то нужда. И вот с каждым индивидуальным вопросом священник обязан индивидуально выслушать, вслушаться и посоветовать. И иногда у нас это не получается. Почему? Потому что человеческий совет человеку данный не всегда бывает радостным. Вот почему священник старается не от себя посоветовать, а от Писания, от Слова Божия, которое оживляет душу всякого человека. Вот поэтому, дорогие, хотелось бы напомнить вам о важности чтения Слова Божьего, которое действительно является для каждого из нас хлебом насущным. К одному старцу подошел отрок и спросил: «Отче, я вижу тебя, ты все время читаешь Евангелие. Тебе не надоело читать одну и ту же книжку?» На что старец посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Скажи, а ты каждый день кушаешь хлеб?» Говорит: «Конечно, я подкрепляю свои силы. Вот так и я читаю Слово Божие, чтобы каждый день и как можно чаще подкрепить свою голодающую и жаждущую Бога душу». Вот если мы питаемся хлебом, мы питаем свое тело, свой желудок, подкрепляем свои телесные силы. А если мы читаем Слово Божие, это хлеб наш насущный для нашей бессмертной души. Об этом сказал сам Христос: «Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Но задача священника – показать человеку пришедшему, молодому или старому, больному или здоровому, бедному или богатому, умному или необразованному, каждому человеку показать это живое Слово Бога и открыть ему его живое присутствие в церкви. Вот я прошу вас, дорогие, чтобы вы не просто радовались пению, радовались росписи, храму, какому-то из священников, с которыми вы знакомы, общаетесь вот так близко, чтобы вы радовались тому, что вы приходите туда, где Христос объединяет и священников, и поющих в храме, и благоукрасителей, и бедных, и больных, и богатых, и нищих, и здоровых, и молодых, и старых. Нас всех, дорогие, сегодня объединил Господь наш Иисус Христос вокруг Божественной Евхаристии. Сегодня мы, дорогие, празднуем День преподобного Сергия Великорадовича. Я хочу поздравлять всех вас с этим удивительным святым угодником Божьим, память, напомнить его завещание. А завещание его я скажу сразу после того, когда мы с вами освежим в своей памяти сегодняшнее благовестие, которое мы читали за Божественной Литургией. Сегодня Святая Церковь, день памяти преподобного, не просто пришли люди, собрались, прославились святого, но она опять питает нас этим хлебом. Вот давайте этим хлебом напитаем свою душу. Что сегодня Господь через святого апостола Павла, посланник Галатам, нам сегодня хочет сказать? Те, кто любит Сергия, те, кто почитает его память, услышьте слова, которые в праздник читаются во всех храмах, с амбонов, святых храмов Божьих, прихожанов, почитателей этого великого русского святого, для назидания, как от уст самого подобного Сергия. То, что для себя он сделал хлебом насущным, сегодня прочитаем и мы. И там есть такие слова: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержания. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотьми. Если же мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Смотрите, какие удивительные слова. Если мы действительно обрели веру, то мы уже не рабы плоти, которая все время чего хочет? Полежать, поесть, отдохнуть, не напрягаться. А те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Мы с вами должны больше думать о душе, посещать чаще церковь, чаще готовиться ко святому причастию, почаще приступать к этому удивительному таинству, соединяющему нас со Христом. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот как бы хотелось, чтобы мы вышли, не просто услышав эти слова, а взяв их как руководство к действию. Как важно это услышать и не просто выйти и забыть, а этому следовать. Не будем тщеславиться, то есть не будем ни перед кем возноситься, не будем считать себя лучше других. Вы слышите? Апостол зовет нас не превозноситься, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Не будем друг друга раздражать. Как важно услышать здесь и преподобного Амвросия Оптинского. Никому не досаждай. Вот это очень важное слово. Никому не досаждай. Не делай другому того, чего ты не хочешь себе. Никого не осуждай. И всем мое почтение. Вот давайте выйдем сегодня и будем стараться жить. Это же не только вот сейчас вот прочитали. Вот хорошие слова, да, очень слова хорошие. Вышли, и только нам первое... Возможность, и ты что на меня такие хотел слова сказать, или, может быть, ты там обо мне так подумал, или сказал ты вот там с том или с тем или с той. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать. А как этого достичь? Не будем друг другу завидовать. У него действительно больше ума, способностей, талантов, средств для существования больше. Никогда не завидую. Потому что любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Если ты стремишься к любви, то сколько бы этого человека не было, он же все равно ничего с собой не заберет. А у тебя этого нет, тебе и терять нечего. Как человеку тяжело, допустим, расстаться с каким-то сокровищем. А у тебя сокровище духа, у тебя сокровище веры, у тебя радость на душе. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать, братья. Если пойдет человек в такое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового духом кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Ты думаешь, сегодня он упал, а ты стоишь? Вот как он сегодня упал, завтра можешь упасть ты. Поэтому лучше вообще никого не осуждать. И здесь мы используем с вами слова Христа. Не судите, и не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и судимы будете. Так не судите. Вот это и будет, дорогие. Если кто впадет в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такого кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. И последние строчки сегодняшнего апостольского послания. Несите бремена друг друга. Церковно-славянский красивее передает этот текст. Тяготы друг друга носите. И таким образом, и так мог, исполните закон Христов. Посмотрите, какой удивительный совет. Мы все хотим исполнить Божий закон, заповеди Божьи. А как это, Господи? Да надо же весь закон изучить, да некогда читать некогда. Жить некогда, все суета какая-то своя. Как исполнить то, чего еще не все узнали? А Господь дает нам через апостола такой простой и мудрый совет. Носите бремена друг друга. Помогайте друг другу, не осуждайте друг друга. Любите друг друга. И так и исполните то Божий закон.
который вам дал Христос. Вот мне бы хотелось сегодня в память Сергия Радонежского пожелать вам исполнить закон Христов. Каким образом? Тяготы друг друга, в семье, в своих близких, окружающих вас людей, не осуждайте, а еще помогите этому страждущему, а может быть, тем более неверующему человеку, ему еще тяжелее, у вас вера есть, а у него веры нет, представляете, он такую тяготу несет, а вы понесите за него немножечко, помогите, не осуждайте его, ни словом, ни делом, а еще утешьте его и понесите его какой-то труд. Вот и исполните закон Иисуса Христа. Вот это все объединено в то благословение преподобного Сергия, которым он благословлял всех своих последователей, учеников, которых воспитывал благословением преподобного Сергия Радонежского. Пусть это благословение будет сегодня для каждого из вас. Вот что сказал преподобный, благословляя своих братьев, которых воспитывал, умирая. А наипаче всего имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь и лицемерную. Вот пусть это благословение Сергия Радонежского в день его памяти всегда пребывает с вами. Мир вам всем и благословение Господа нашего Иисуса Христа молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского. Аминь.